Авария со смертельным исходом в Штефанводском районе. Неподалеку от села Чубурчу водитель машины не справился с управлением и врезался в грузовик. Погиб пассажир легкового авто, ему было 63 года. По данным правоохранителей, за рулем сидел 39-летний полицейский из Штефанводского инспектората полиции. Его госпитализировали в больницу с травмами. Водитель грузовика отделался испугом. Пока неизвестно, был ли кто-либо из них пьян. Открыто уголовное дело, полиция устанавливает обстоятельства аварии.